провинциальном городе Тетюшеве живет семья Кузнецовых Сайка, Олеся, 21 год, студентка гуманитарного колледжа, ее мама Елена, 45 лет, начальник отдела снабжения в строительной компании, и бабушка Ираида Степановна, 65 лет, исполнительница романсов и народных песен в местной филармонии. У наших героинь разный характер и взгляды на жизнь, но всех их, кроме родственных уз, объединяет отсутствие личного женского счастья. Супруг Ираида Степановны умер 5 лет назад, отец Алиси лет 10 назад ушел из семьи, и Елена так больше и не вышла замуж. Только у Алиси есть молодой человек Никита, но его существование Олеся скрывает. Именно Никита становится причиной того, что устоявшийся уклад жизни в семье Кузнецовых рушится. Олеся приводит Никиту домой и объявляет маме и бабушке, что они будут жить вместе. Елена в ужасе. Ей не нравится Никита, и она начинает выживать его из квартиры. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик.